До Нового года остались считанные дни, и мы идем поздравлять наших клиентов. Мы пришли вас поздравить! Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Подарков у нас еще много. Мы идем на Цибано 3. Здравствуйте, Катенька! Друзья, здесь, на юге, жить лучше. Поселок Жемчужина, построенный коттеджный поселок Жемчужина. Эти дома построены в 2021 году. Год постройки. И одни из наших клиентов, которые живут по улице Ольховской, проект 90 от компании «Стройгарант Анапа», уже нас ждут. Андрей и Ксения, мы сейчас к ним постучимся. Здрасте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Да. Очень рады мы вас видеть, смотрите. Взаимно. Да, «Стройгарант Анапа» непосредственно прислал меня для того, чтобы я вас поздравила лично, вашу семью. Мы очень много о вас слышали, добрых слов. Да вы что? Да, конечно, и обязательно придем в гости. Ждите, отлично. Следите за нашими новостями. Мы скоро обязательно посетим эту семью. И вон в окошко нам машут детки. Это первый подарок от «Стройгарант Анапа». Значит, это сертификат на этот год. И на следующий вы можете приглашать себе соседей, друзей, которым мы подарим 100 тысяч рублей за покупку дома. Ничего себе. Вот. Мы оформили наши проекты в красивые сладкие конфеты. Они все содержат QR-код. И я надеюсь на то, что они пополнят красота вашу новогоднюю коллекцию. Да, большое вам спасибо. Да. И, ну, конечно, сумочка от нас. Пригодится. Да, благодарим вас. Если хотите что-то сказать, давайте, получается, с радостью. Есть большое какое-то напутствие спасибо для нашей компании. Большое спасибо компании за поздравления и за отличные подарки. Итак, мы на улице Крюкова, рядом с домом номер 4. Здесь у нас живут Екатерина и Константин. Они нас уже ждут. Здравствуйте, Екатерина. Очень, мы пришли вас поздравить. Очень приятно. Смотрите, от компании «Стройгарант Анапа» мы принесли самые долгожданные подарки. Угу. Сейчас вот все расскажу. Да. Прежде всего, мы принесли вам сертификат. Вот, сейчас попробую, да. Найду его. Вот оно. Это сертификат для того, чтобы вы в этом году, можно в следующем, пригласили сюда своих друзей, чтобы понятно, они стали вашими добрыми соседями. Ну, да. Компания «Стройгарант Анапа» подарит им еще вот эту денежку. Поэтому... Понятно. То есть это подарок для друзей. Да, подарок для друзей, чтобы вы себе пригласили соседей. Смотрите. Угу. И вот у нас есть сведения, я не знаю, вы их только подтвердите на следующий год, когда придем, вы нам скажете, да, вы были правы. 2022 будет для вас очень счастливым. Да. Ну и сумочка с каталогами. Тут всего все, вам да, чтобы самого было хорошего да, в следующем году. Да. Спасибо. Счастья, большое. Здоровья, успехов. Есть ли у вас какие-то пожелания нашей компании? Есть. Процветание. Спасибо за заботу о нас. В принципе, у нас поселок быстро строится и довольно-таки успешно, мне кажется. Те недочеты, какие есть, мы все это вместе сообща со «Стройгарант Анапа» решаем. Так что спасибо за то, что идете на контакт. И спасибо большое вас также с наступающим Новым годом. Больших успехов вам в этом году, в следующем, то есть уже. Ну и воплощение всех планов и мечт. Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Юлия Валерьевна, а это вы? О, Александра! Замечательно! Смотрите, мы поздравить вас пришли! Спасибо вам огромное! Как вы поживаете? Все очень хорошо, нам очень нравится. Спасибо «Стройгарант Анапа», честно. Мы... Дом теплый, дом уютный, нам тепло, уютно. Мы жалеем то, что мы раньше этого не сделали. Надо было раньше сюда приехать. Мы очень счастливы. А на улице вот сейчас мороз, не замерзли? Нет, мы с Якутии. Да, да. Вот, тогда привет Якутии. Да. Вы смотрите, понимая, что наших домов целых 12 проектов типовых, которые строят «Стройгарант Анапа», мы их решили отразить в таком сладком подарке. Вот, сладкой жизни вам, спасибо, девчонки. Большое. Thank you.
Темнеет на юге быстро, а подарков у нас еще много. Мы идем на Цибана 3. Это все та же жемчужина. Добрый вечер. Здравствуйте, Катенька. Вас приветствует стройгарант Анапа. Какая вы красивая. Ой, спасибо. Как вы живете в нашем поселке? Нам очень все нравится. Да? Зимуем мы первую зиму. У нас будет первый Новый год в нашем новом доме. Приглашайте к себе своих друзей. Пускай у вас будут добрые соседи. Мы строим дома для добрых, чудесных людей. Это вам спасибо. Сладкий приз от компании «Стройгарант Анапа». А что он будет счастливым, вы будете отмечать на календаре, который мы сделали и оформили его в цвета, которые спасибо. Всегда добавят вам хорошее спасибо. Настроение. Желаем, чтобы Новый год был еще лучше, чем уходящий. Итак, мы на Звездном. 9. Да. Леонид здравствуйте. Геннадьевич, здравствуйте! Давно не виделись, летом последний раз, да, да. были. Как вы, да, баню-то топите? Ну, конечно, топим. А вот. Мы в этом месяце еще и разыгрываем баню, да, каждому клиенту как дарим. Так? Вот как так. Каждому клиенту дарим, строим. Смотрите, мы с подарками. Дома строятся и продолжают строиться другие поселки. Ваш завершенный. Ну, если у вас есть желающие, которые хотят приехать, то мы вам дарим и им дарим. А то, чтобы ваша жизнь была сладкая, и ваша семья порадовалась за нас и за вас. Смотрите, наш сладкий подарок. 12 коттеджей, 12 конфет. Да, с логотипом компании. Спасибо. Ну и, конечно, календарь на следующий счастливый год. Передам привет всему Нижнеамурью, всем, кто нас знает. Сибири, Иркутской области. В общем, всему, всей Сибири, Дальнего Востока. И могу сказать, что, друзья, здесь, на юге, жить лучше. Ну и обращайтесь в этой фирме, как вы видите, дома строятся. Самое главное, после постройки они не бросают беды. Какие-то есть во время уже эксплуатации нюансы, вопросы, да? Они решают. С Новым годом! Мы застали уже вечернее время, получается, и вот наши жильцы поселка Звездный, Раиса и Владимир. В этом году и в следующем вы можете пригласить себе друзей и получить вот эту сумму денег. Спасибо. Держите, да. Календарь 2022 года. Второй Новый год уже получается, да, в этом Новый доме. Год в этом, да? Доме, да. Ну и как вы оцениваете нашу работу? Ну, положительно оценивается работа. Но стройка есть, дом он все-таки сдается, строится. Есть проблемы, они устраняются. Но стройгарант Анапа, руководству, с наступающим Новым годом, больше строить, больше продавать. Хорошего вам настроения, с наступающим Новым годом. Спасибо. Пожалуйста, спасибо вам. Спасибо за вам. Хорошего спасибо. Вечера. Как оказывается, приятно работать Дедом Морозом. Классно, замечательное настроение. Еще не Новый год, но уже чувствуется преддверие праздника. Классных надежд. Ну, наверное, время загадать желания. И я хочу, чтобы все желания людей, которые хотят жить у моря, вот сейчас воплотились. Поэтому пишите, звоните. Получается, мы можем вам помочь в приобретении дома от «Стройгарант Анапа». Да? Телефоны, адреса ниже под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. Продолжение следует.